Сегодня у нас 2 да? апреля. Едем по Пионерскому проспекту в сторону Витязева. И вот перед дельфинарием сворачиваем налево арку Кристалл Уют. Ой, мешает блогерству. Сворачиваем и подъезжаем к морю. Летом здесь шлагбаум, а сейчас шлагбаума нету. Справа София, крупный медицинский центр, санаторий. И вот раз, и море почти. Поставить, похоже, только вот здесь. Солнечный день сегодня, 20 градусов тепла. Идем смотреть. Ну вот здесь все-таки шлагбаум, видите, проезд закрыт. Первая санитарная природоохранная зона. Ну вот, погодка хорошая, видите. Людишки в обнимочку идут. Туда парочка, обратно парочка. Посмотрите, какие коте. Коте, как тебя зовут? Поприветствую отдыхающих. А второй коте, смотрите, сколько у него есть. Облезлый, а еды у нашего Рамзика меньше. Вот такая печечка мангальная. Ну и вот небольшой перевальчик через дюны Барханы. И вы на пляже Кристалл Уют София. Никакие сильных перевалов переходить не надо. Вот такая картина в начале апреля. Это мы сейчас вечером, 5:30 вечера. Видите, лежат, загорают. Ну и вот так выглядит море. Ах, запах вкуснятинкой пахнет морской. Это вот в сторону Анапы пляж. Здесь не такой широкий, как Витязева. Но все равно. И вот пляж в сторону Витязева уже.